Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Глава ведомства погиб, пытаясь спасти жизнь человека во время межведомственных учений в арктической зоне России, в которых принимает участие и Мурманская область. Трагедия произошла на водопаде Китаба-Арон, который расположен на охраняемой территории в западной части Путаранского заповедника, сообщает РБК. Один из операторов, освещавших события, сорвался в воду. Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Оба погибли.